На предприятиях Твери проходит организованная вакцинация от коронавируса. Для удобства сотрудников предприятий выездные бригады медиков делают прививки на рабочем месте. Наша съемочная группа побывала в одном из таких прививочных пунктов. Иван Гвоздев принял решение сделать прививку накануне. Вакцинация для него прежде всего залог спокойствия и уверенности в своем самочувствии. Для меня важно здоровье как мое, так и моих близких, так и коллег. И это очень удобно, не надо посещать медицинское учреждение. Медицина может приехать к тебе на работу и сделать все необходимое. Перед тем, как сделать прививку, врач-терапевт обязательно уточняет наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией, измеряет давление, температуру. Если никаких противопоказаний не находят, то делают первую прививку. Сегодня вместо инъекции не мочить, не растирать, не расчесывать. 21 день беретесь, не приставать. Проходить вакцинацию или нет, каждый решает сам. Дело это абсолютно добровольно. Сама прививка бесплатная. У нас большой штат сотрудников. Также через наш гипермаркет проходит большое количество посетителей каждый день. Мы стараемся обезопасить каждого. И очень здорово, что теперь мы можем сделать прививку на своем рабочем месте. Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 началась в Твери 18 января. На сегодняшний день прививку организованно сделали 37% сотрудников сферы потребительского рынка, что составляет более 10 тысяч человек.